Дядин Константин. Звание Король Азии. Король Азии остается у того, у кого оно и было. Василий Фарзиев. Ура! Давайте по порядку. А что, по порядку? Я это на видео снимаю. Давай фотка, я буду на видео. Надевай медали, шампанское. Вот он здесь ты. Где? Слева. Спонсорская. Палатки. Хорошо, вот. Цветочков-то нарвали. Подыхай. Давайте, поливаем друг друга. Поливаем чемпионок. Вася, тебе сейчас больше всех достанет. Да, Вася, пиздец! Вася, пиздец! Вася, это что? Давай в тюленя! Давай. Дождись Юрика! Вася, береги глаза! Короче, хуйня вышла. Главное, чтобы короля Азии не убила. А в голову ее? Не, внутрь она не полезет. Надо ее проткнуть. А в голову ее? Давайте, короче, хуйня. Давайте, короче, призы. Неожиданно. У нас есть, на самом деле, еще один спонсор, который мало упоминался, но неплохо светился, короче. А где все? Ну ладно, Лубягин сам знает. Короче, за третье все. Место Константин Лубягин награждается подарочным сертификатом на сандалии Кин. А где? Кин. Лучшая обувь для каякинга. Дайте. А где? В палатке был. В палатке лежал. Но он был в чехле, я не знаю. Такие распиздяи. Они нормально. Ну что, сперли? Все, озвучили и ладно. Как эта хуйня работает? Или материться там? Ладно, Костян, давай покажу. Короче, в магазине «Снежный лис» Костян сможет отоварить этот сертификат и получить замечательные сандалии. А также потом может выбрать ферму. За второе место Шишкин Юрий награждается спальником компании «Мармот». А это для семьи. Это семейный будет. Лучшее снаряжение для экспедиционного каякинга. А Василий Порсев награждается палаткой «Мармот». Василий, наконец-то у тебя есть палатка. Дом! Милый дом! Залезай! Залезай туда! Заходи в дом! Это и будет твой, так сказать, дом. Ну и, собственно, выбирай герму. Ты сам чемпион, тебе надо выбрать одну. Королю Азии нужна корона. Есть такой человек, Семен Лурье, который проживает в Москве и возит из-за рубежа чудесные каски Шеки Тредди, ФНА, а также Шрек. Тысяч. Собственно, найти этого человека можно на сайте outdoorgear.ru. Вот. Присоединяйтесь, а Василию вручается корона защиты от кунилингуса. Шапка Дарт Вейдера. Главное, чтобы налезла. Давайте все запихаем ее. Сейчас, кувалду сейчас. Да. Опа! Судя по последнему сплаву, еще сеточку надо сюда. Шишкин, выбирай себе ты теперь мешок. Ладно, пока он светит. О, вы придираетесь. А какой не Владик?